Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо большое, господин Шульте. Владимирович, вы предпочтете что-то сказать, либо мы сразу к вопросам перейдем, как вы считаете? Для начала спасибо за приглашение и за то, что вы организуете такой представительный форум. Думаю, что это и интересно, и полезно для нашей страны. Точно интересно и полезно. Надеюсь, что и для участников, которые приехали из-за рубежа, это принесет определенную пользу. Ну а по сути, рынок чутко реагирует на то, что происходит в нашей стране и в нашей экономике. А что происходит? Конечно, мы столкнулись с кризисными явлениями. Причины я уже назвал, ну, их на самом деле больше, но основные вот эти. И тем не менее, все-таки некоторые специалисты, эксперты считают, и я с ними согласен, что пик кризиса в целом, можно сказать, достигнут.